Сегодня Яндекс.Такси исполняется 11 лет, ведь 26 октября 2011 года заработал первый удобный сервис по вызову такси. И по сей день пользователи приложения могут с легкостью найти ближайшую машину, а водители – ближайшего пассажира. А пользуются ли близняковцы такими услугами? Давайте вместе узнаем. Да, иногда пользуюсь. Иногда это в какие ситуации? Когда она срочно куда-то уедет. Когда опаздываете, скорее всего. А каким сервисом пользуетесь? Яндекс. Что скажете по поводу цен сегодняшних на такси? Ну, маленько завышено, скажу. Пользуемся. Сегодня с утра на такси приехала в больницу. А вот уехать на автобусе не могу. Пользуетесь ли вы услугами такси? Пользуемся, да. Как часто? И какие сервисы? Раз в три дня. Юбер, Яндекс. Приемлемые цены, адекватные. Ну, не очень часто. И какое такси вы вызываете? Яндекс. Устраивает, но кресло детское не дождешься. Понятно. Очень долго ждать, по 40 минут. Да, пользуюсь. Сейчас вызываете? Да. А как часто вы вызываете такси? Да, постоянно. Постоянно. А каким такси вы пользуетесь? Яндекс.Такси. Через приложение? Да. Удобно? Удобно. Нет. А на чем ездите? Общественный транспорт. Привет. Честно говоря, я считаю, что безопаснее на общественном транспорте. В холодную или дождливую погоду редко когда хочется идти пешком или подолгу ждать автобус. Поэтому я очень часто пользуюсь услугами такси. А еще это очень удобно для любителей подольше подремать. А на чем ездите и вы, напишите в комментариях, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всем хороших поездок!